свидетели, гости. Сегодня, 5 августа 1994 года, в городе Иркутске регистрируется брак граждан Российской Федерации. Доброхотова Олега Игоревича и Вепровой Натальи Викторовны. Перед актом регистрации позвольте задать вам только один вопрос. Является ли ваше решение вступить в брак добровольным, свободным? Ответьте невесту. Получив ваше взаимное согласие, я приглашаю вас скрепить семейный союз подписью. Пройдите, пожалуйста, сюда. И волнуются они не меньше вас, потому что они очень хотят, чтобы ваша семья была самой счастливой. Повернитесь к ним лицом. Алазик, пожалуйста. За любовь, за доброту, за ласку сердечную вашу, за то, что вырастили, воспитали, всегда в беде и в радости были рядом, и сегодня они здесь поддерживают вас. В знак сыновней и дочерней благодарности поклонитесь. Вас, уважаемые родители, я тоже благодарю за то, что сегодня вы нашему городу подарили молодую, такую славную пару. Крепкого вам здоровья, счастья. Уважаемые свидетели, гости, я поздравляю всех вас с замечательным праздником, днем рождения молодой семьи, ваших друзей. А первым подойти и поздравить мужа и жену прошу вас сами. Поздравляю. Thank you.
совет да любовь. Прошу вас. Да, да, да.
заседание, даже раньше времени ждать, а приехали там неделю, стояли вот даже, да? Даже не стояли, вышли, пожалуйста, и поехали. Вы переживали, что вы Костя у нас из Улан-Удэ приехали, Боря, далекие. Да, не Костюшки. А мы узнаем. Да, а Лида-то не знает. Кого? Боря. Нет, я не знаю, вообще никого не знает. Это почему-то везде успевает, а я чего-то не успеваю. Да? Успеваю. Улыбайся, Настя, улыбайся. Смотри-ка. Ну ничего, может. Это был не я. Официально заявляю. Я тут ни при чем. Это все он. А вдруг они нас путают и нас начнут венчать? Всех подряд. Назад поедем и бутербродики покушаем, нам будет веселее. Да, попьем Андрейский, ну справа. Моя чуть впереди, да? Так сказать, все. Олег, не пиджак, мы решили пиджак. Пожалуйста, повесит, пускай он висит. Вот это, что, а здесь есть что-то? Нет, нет. Ты его лежа так, знаешь как? Вот так вот, это центральный рукав, как бы в рукав, или вот так, да? И он аккуратно. Да. Там тоже есть и чисто, посмотрите, там не чисто. Я бы даже сказал, зело. Как они там? Ну, это у пиджака надо заходить. Витя, тоже раздевайся, ладно? Все, раздевайтесь, мальчики. Андрей, какой Денис у нас это заступает? Помнется, наверное, что эти. Вот когда они сказали.
специалисты. И там тоже видел. Там, в общем-то, было заметно просто, что он там скрытом не отдавал. Нет, я так глазами туда стал посмотреть. Ну, как-то так, это немножечко было у меня сколотость даже, не волнение. Волновался он на тренинг. Его даже тренинг сколотил. Тренинг у тебя был. Гиперкинез. Он в следующий раз по-русски волновал. Притормози, приятель.
мерси, прощальное мерси. А где теперь моя земля? Моя прощальная, моя мерси. Косяки подносишь, косяки чистые, ничего не Thank you.
Замерз? Сейчас пойдет.
Честно, честно, не помню. Обратно. Так же плохо. Глупирен. Дайте за мне такие Это не место, а жилье. А им ты ваша фамилия, ты ваша фамилия? Доброходу вас? Да, ты поедешь, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok.
Оля, Оля. Thank you.
Так, сделайте. Держите. Через. Обращайте рабам Божьим. Обращайте рабам Божьим. Не обещался, честный отче.
имеши произвольный благой, непринужденный, твердый мысль поэти себя мужество, Олега и Божий пред любой заявилище, отвечай, имущество. Не обещалось ли иному мужа, отвечай за меня, не обещалось ли счастливого человека? Благословенно Царство Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно веки веков. Миром Господу помолимся. О Всевышнем мире, спасение душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостояние святых Божьих, только и соединение всех Господу помолимся. Святым храме, всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, уходящим путь Господу, помолимся. О великом Господине Отце нашим, святейшим патриарх Алексея, Господине нашим, преосвященнику епископе Владимиру Дне Пресвитерстве, во Христе Дьяконстве, всем грешным людям Господу, помолимся. О Богу, храни и страни нашу, властях и воинстве, я Господу, помолимся. Создавай
женой сопреди ему, помощника полни ему за это, за ежели так, как годно высчитать твоего величества, ни единого быть человеку на земле, самым ныне владыка, не спасти руку твою, а святаго жилище другое, сочетая раба другое сего. Волига работу сию, Наталья занял тебя сочетывается муж, жена, мужу, жена, сопрези, как единомудрый, венчая плод, единотая плод, чрево благочать, восприятие, яко твоя держава, твоя сад, твои силы, слава, Отца и Сына, и Стага Духа, мы любви и совете веков. Венчается раб Божий. Печать раб Божий, да, на раба Божия, не буду его отца. Господи Боже, слава и честь венчая, Господи Боже, слава и честь венчая, Господи Боже наш, слава и честь венчая. Вот мне мир всем, премудрость. Противим глаз восьмый, положи лично голова и пенси, отца нечестный, живота просижа к тебе, и дал мне сиди. Галилея.
о себе, Мать Иисус, вот узван же бы Иисус, ученица Его на брак, не доставший вину, глаголи Мать Иисуса, к Нему вина, не Ему, вот глаголи Иисус, что если мне, и тебе же на небо придет час, мой глаголи Мать Его слугам, лежащий глаголи Твоя сотворит тебе, хожу Твоя до носа камень, шесть лежащий по чечению детскому, вместящий подвели тебя миром, глаголом Иисус наполнится водонасцы воды и наполнишься их наверх, и глаголом пощепните ныне, принесите архитеклину и принесоша, яко же вкуси архитеклин вина, бывшего от воды, и не веришь откуда есть слуги же ведуху, пощерпшие воду, пригласи жениха архитеклин и глаголом, всяк человек прежде доброе вино полагает, тогда убьется, тогда хуже, ты же соблюдся, если доброе вино достели, все сотвори на чадах знамя Иисуска и Галилейсе, Еви слава свою верующего в Него, ученицы Его. Слава Его, Слава Иисус, Отец. Все от души, от всего помышления наш грецы. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелиться, милости Твоей, молимся, и услыши и помилуй. Господи, помилуй нас, Боже, молимся, милости жизни, мире, здравия, спасения, посвящения рабов Божьих, Олега и Наталью. Милостивый человеку любит Бог и все тебе славу, славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Господи, помолимся. Господи, Боже, во спасительный Твое смотрение сподобивай, кари галилейские честные показатели, брак Твоим пришествий, сам ныне, рабы Твоя. Олега и Наталья, я же благоволилась сочетоваться друг к другу в мире единомыслия, сохрани их честны их враг, покажи бескверных, ложится в людей порочных, сожить и пребывать с благоволим, и сподобия старости, простите, достигнуть чистым сердцем, делающим заповедь Твоя, и вести Бог наш Бог, я же миловать и спасать, и Тебе славу высылаю, и чтобы изначально приятно. И все святым благим животворящим Твоим Духом, да не близ на веки веков. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не всего совершенно свято, мирно, безгрешно, Господа просим. Ангела, мирно, верно, наставника, хранителя, души, телес наших, Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений нашего Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и миром мирами Господа просим. Прочь время живота наше, в мире и покаяние скончать, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, и добрых ответа на страшном судящем Христове просим. Соединение веры и причастие, Святаго Духа, и спросивши сами себя друг друга, и живот наш Христу Богу предадим. И сподоби нас, Владыка, содержь доверие, не осуждение смерти, призывайте Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Мир всем! Мир Богу! Главы
наша, Господи, ви преклоните. Господу помолимся. Помолимся, сотвори мы крепости Твои, утверди вселенную, красивый венец всех сотворенных и дверь, и чашу овшую, подаси, подавая по сочетам, что к общению брат, благослови на совете духовном, ярко восстановиться Твоим, прославиться Твое Царство, Отца и Сына, и Святого Духа, на приступе веки веков. Всех вас, сущих на земле, благих, да сподобит вас обещанных благ
восприятие молитвы Святой Богородицы всех святых. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Честен враг показал Христос, истинный Бог наш, молитвы причисти своей ноте святых, славных и всех хвальных апостолов, святых благовещенных, царей равноапостольных, Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Благодетельное и мирное житие, здравие, жизнь, спасение, все благое воскрешение, отдать Господи рабов Твоим, Олегу и Наталью, не сочетавшихся друг другу, сохранив на многое лето. Всего необходимого для вашей совместной жизни. Кого Господь считает, человек не разрушается. Что же требуется от вас, значит, что за это взаимная любви, взаимное уважение. Чтобы вы как бы сходили к немощам друг другу. В каждом человеке есть какой-нибудь недостаток. И поэтому носите немощи друг друга, и так исполните закон Христов. И Господь нам говорит так, чтобы мы обращали, как хотите с вами обращаться, чтобы люди обращались, так вы поступаете с ними. Поэтому вот этот, как говорится, основной закон, основное золотое правило, которое касается всех, всех нас, тем более мужа к жене и жене к мужу. Вот в сегодняшнем послании к апостолу Павла к Ефесеям, там написано, что чтобы, как должен, какие обязанности мужа к жене и жене к мужу. Вот эти правила надо жить, и вы таким образом поживете во всяком благочестии, во все дни живота, в жизни вашей. Вот мы здесь, вы спрашивали мне для вас, все необходимо. Вот как ни странно раньше, вот благочестие считалось как бы знаком такого благоволения Божьего, знаком, как говорится, вот именно как бы благословения Божьего, многочестие. Вот как ни странно, а вот сейчас все стараются избавиться не от лишних детей. И совершается вот такое противоестественное действие, как из-за искусственного прерывания беременности. А вот этим самым нарушается естественный закон. И поэтому трудно даже сказать, признать как оценку, и вреда от этого. Но, во всяком случае, это
противозаконные действия. Поэтому, значит, не бойтесь, а лучше всего имейте веру больше, как говорится, в Бога. И Господь вам подаст. Не бойтесь, если даже у вас будет, значит, ваши, как говорится, дети, и много, если будет. Не бойтесь этого. Не бойтесь, знаете, что в этом ваша крепость, в этом ваша, как говорится, ваша и слава даже будет. Потому что дети познаются по их родителям. Как вы и сумеете воспитать, так вы, такие они и будут. Поэтому благочатие мы и здесь, значит, просили у Бога, чтобы Господь послал и вам не только мир и благочатие. Поэтому, значит, все в этом, да, скрепляет только вас, вашу семейную, общую совместную жизнь. Но без веры этого делать нельзя. Без Бога, без помощи Божьей, конечно, мы здесь, как бы сказать, не имеем, ну, что ли, как говорится, всегда совершаем ошибки. Будет малая или большая семья. Поэтому прежде нужно иметь крепкое упование на Бога. Ну, и еще, ну, значит, сейчас, в наше время, в наш, как говорится, век, особенно должно быть, как говорится, хранение и иметь большое упование, надежду, то есть иметь поддержку Божию, уметь просить помощи Божией с тем, чтобы Господь подавал вам эту надежду, благовременную помощь. Вот, чтобы вы могли, как говорится, укрепляя силы Божьи, могли преодолевать все соблазны, все препятствия вашей жизни. Поэтому и храните вот эту веру, исполняйте заповедь по мере, как говорится, ваших сил. Старайтесь к этому. И даже всем тем, кто вот сейчас присутствует. Дело в том, что ведь посмотрите, на как наше общество, наши семьи, наше общество так обнищало, оскудело в своей, как говорится, бездуховности. Мы уже идем по такому, как бы сказать, наклонной плоскости, которая ведет нас в пропасть, ведет в ад. И в нашей области, семейной, как беременной, наше общество начинает разрастать вот из маленькой ячейки этой семьи. Поэтому любите, мужья любите своих жен, а вы, жены, повинуйте своим мужьям. Вот так повелевает на своем учительном заповеди. Так говорит нам Господь учит нас Господь. Так учит нас своим посланием. Я надеюсь, что в вашем доме найдется вот такая святая книга, это как Евангелие, тоже там же есть и послание, и вы прочтете еще раз для себя вот это послание Ефесеям, апостола Павла, и как сделали, держитесь, и прочтите, и как бы сказать, держите все это правило. А сейчас потушите свечи, пусть они вам напомнят, что это вы храните. Вот этими иконами вы благословляетесь в честь вашего бракосочетания. И вы при случае вашей нужде, что ли, при необходимости, вы обращаетесь к этим тем, к тем образам, к тому, кто изображен на этим иконам, чтобы Господь послал вам помощь. Вы знаете, вот вы здесь, надо заметить, вот здесь мы имели некоторые вот обрядовые такое значение, как обмен кольцами. Обмен кольцами — это говорит о том, что о вашем взаимном согласии, согласие ваше на этот брак. А вы на вас полагались венцы, знак вашего достоинства, значит, как бы сказать, ваши чты, вашего достоинства. Полагались венцы. Вы сожгли круг, трикратное выхождение вокруг, это означает вечность. Вот это вот все сильно как раз характеризует вот это вот общее социальное уважение друг к другу. Знаете, враг всегда старается поселить вражду между людьми. Поэтому, когда почувствуете какую-то неприязнь, какую-то, может быть, недоверие к другу, знаете, что это не от Бога. Старайтесь в любую, как бы сказать, вот неприязнь гасить вначале, давайте разжечь ссору. И вот, ну и да, пускай Господь укрепит вам, да поможет во всех, вашей совместной жизни, взаимной любви, взаимном уважении, и укрепит вашу взаимную дружбу. Вот, перекрестите, поцелуйте друг друга. И вы так же.
присоединиться. Ну, еще раз поздравляем с законным браком. А сейчас взаимно поцеловали, поприветствуйте друга. И, а также родители и близкие поздравьте новобрачных с законным браком. Шампанское собираются. Влипли, да? Привет, привет. Потом еще, да? 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 Пот
сказал бабке. Ира, вы там берете? Ира, салюты там дайте. Деталь. Видишь? Отойди. Это. А что это такое? Да он сейчас покажет тебе. Пусть крутится. Иди сюда. Такое поверье. Это сковородина. На счастье, короче. Вот так, все. Пыль, пыль. Я сейчас это. Ну давай. Что, только не бросай никуда. Надо в сторону. Речку не бросай, не надо. Давай здесь остаться. Там туда, куда. Алексей, вон сюда. Вообще, кого не слышишь? Алексей. Иди. Алексей, вот Петров. А он ты что, с поводком, что ли? Ну, чтоб все они летели, как были. А вот сюда походим. Вон там, дыр. А, что ты? Язык, покажи-ка туда. Ну, покажи. Нормальный язык. Мне не надо. Больше дела хозяйства. Настя. Иди сюда. Таня. Ладно, счастливо вам. Ага, ну давай, Боря. Сейчас у нас запишу. А ты чего, Игнать? Ну иди сюда. Пристройся. Ну еще постойте. Постойте еще. Сейчас. Постои. Счастье вам. Спасибо, ага, спасибо. Давай. Ну, отчет давай, кого снимал? А, все на пленке, на пленке за ваши. Все знаем.
Да,
Ви все краще, ми ж це гурше. Походите, дорогие ребята, дорогие дети. Хлеб, соль. Так, с чего начинается? Шампанского? Значит, съедаете соль? Жениха-то не кормили с утра. Не говори.
Да, Лидочка, Лидочка, сыпьте, сыпьте, сыпьте. Чтобы деток побольше, чтобы жизнь была веселая, красивая. И красивая. Сыпьте, сыпьте, чайки, сыпьте. Все. Ура! Ну, проходите. Ой, боже. Начинать с этого прекрасного танца, который посвящается Димите. Друзья, с нами новая семья. Посмотрите, супруги молодые, пришли к вам сюда близкие, разные, родные, поздравить вас, вручить свои дары, стать украшением свадебной игры. Ну, я думаю, что пора шампанское. Ура! Открывай шампанское, открывай. Открывай. Ну, говори, говори. Так я говорю, что пора открывать шампанское. Ура! Ну, теперь ура! Сегодня мы проделали очень большое такое путешествие, очень приятное путешествие на сегодня и во дворце.
где там уже сделали 4 сделки, там все красивые. Это будет не очень приятно. А давайте поставим один. Наверное, стоя. Чего? Я думаю. Еще раз. Встаю, да? Спасибо. Поздравляем. А что? Поздравляем. Давайте вас так же. А вот вы назначали плохо. Мне это было сухо, было сладко. Так, есть предложение ближайших родственников, маму, папу, поближе к молодоженам. Конечно. Еще целый папа уместится. Ничего. Самое лучшее, что можно подумать,
самое лучшее, что можно почувствовать, это именно то, что это именно те, кто явился сегодня виновником сегодняшнего торжества. Поэтому пожелать им можно всего, что угодно. И хочется, чтобы случилось гораздо больше того, что пожелали. И поэтому всего, что только можно, только пожелать нашим сегодняшним молодоженам. Всего, что только можно придумать, все, что только можно почувствовать. Все. Все. А пить невозможно, горько, одна горечь. Что за шампанское, не знаю. Горько. Я не знаю, где кто брал вот такое приятное шампанское. Горько! 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 Так забавно, там все едят, вы что, мы взрываемся. Типа, потому что кушать не к тем овцам. Да, да, маленькие люди. Тебе предлагали с Байкала, мы встали. Группа поддержки с таким поездом. Не так хорошо. Еще молодые. Самые красивые. С Богом в добрый путь. Счастья вам. Самого неземного. Любви, благополучия. Детей. Внучки нужны. А внучки, внуки? Много. Требуется много. Вот, пожалуйста, написано клуба. За клуб будет уже выпили, понимаешь, за клуб. За второй клуб собираемся пить. Маша, не надо говорить. Номера хорошо. Ну, и ты же снова, это же новый тост созревает, а так как вы долго пьете. Спросили тамаду, тамаду, и сами не пьете. Да правильно, что пьем. Ой, мужа мы пьем. Лиза, хочешь курицу? Надо ли попозже, чуть-чуть не попозже. Так, гости дорогие, внимание, экскурсия, мы ездили за Байкал. Мы все проголодались, но я думаю, что первый год, наверное, уже удалили. И поэтому, удалили, да, подтверждаю, что удалили, и поэтому я прошу вас. Налить полные рюмочки, но уже не шампанского, пожалуйста, брызг уже достаточно было на Байкале. Налейте, пожалуйста, там что покрепче, посольское, возможно, может быть, там у кого-то ликер на столе еще остался. Там из Ланды, пожалуйста, гости отвлекайте, Рудяна. Налейте, налейте там, налейте, налейте. И мы сейчас скажем красивые слова и выпьем. В раю, а я бы не возрела. Тише, тише, тише. Одна с Исаевым. Тише, мама. Женой Адама стала Ева с тех пор и женится народ. С тех пор играют люди свадьбы, где есть невеста и жених. С тех пор кричат на свадьбу. Горько! Слегка смущая молодых. Горько! 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 Выпейте. Шампанское уже выпили достаточно. Брызг Байкала привезли при очень много. О, молодец. Даемся. Анечка, курочка. Анечка, курочка. Сейчас. Так, еще есть такая просьба. Там кто хочет выступить, там кто хочет. Наташа, ты меня слышишь? Слышу. Я очень и очень рад. Тостов не будет. Просто очень рад. Я этого момента ждал много лет. Я за тебя очень рад. Где там Олег-то? Я не вижу. Я не вижу Олега. Что здесь? Букет большой. Здорово. Вот за тебя. Вот ее выше на пол головы. Я очень и очень рад, ребятки. Ну, мне нужен внук. Мне некому баню делать. Все, вот нормально. Ну, некому баню. Шпалы лежат, некому. Все в порядке. Сделай! Будет! Будет, Олег! Все! За внука! Все, спасибо! Ура! За внука я! Так, мы что можно? Будет следующая будет баня!
Ты много на себя обратила внимание. Ну, это я делаю не от того, что я очень хочу есть. Я от того, что очень волнуюсь. Я когда волнуюсь, я много ем. Тем более за тебя. Я же желаю тебе счастья, Олеж. На долгую вашу светлую, красивую жизнь. Спасибо. Добрый путь вам, милые дети. С Богом идите. С чистой душой. С хорошим настроением. Все, что вам хочется, пусть все у вас будет. За ваше счастье, дети вы наши. Спасибо. Что сказать, Коля? Да? А, я люблю рыбу. Громче. Горько! Горько! Что-то честно я сказал, надо же, мне за вас стыдно, видимо, в подъездах целовались мало, что ли? Сейчас и Роб тоже как сын, поэтому я ничего нового вам не скажу. Все, что будет сказано, все старое. Совет вам до любовь и добра ваших отношений. Горько. Сейчас напомню дымочку.
Послушайте, ну зачем мне рядом все? Так, ждем, ждем, ждем и предоставляем слово. Тут реплика подошла, что не сила посадили. Я думаю, надолго ли посадили сюда. В общем, я поздравляю детей. И счастья вам, долгих лет жизни, и чтобы много-много детей было, как все было таких. Девочки, мальчики. Горько. Давай, 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 давай,
Yeah.
Прекрасно. Все внимание на середину. Все.
многим мужем стали, дадим вам основной совет. Да. Живите весело и дружно, хотя бы первые 100 лет. Что пожелать вам только малость, плечо к плечу, ладонь к ладонь, чтоб ваша юность не кончалась и не погас в любви огонь. И чтоб стали радость и согласие. И все последующие выиграл он же. Что же делать? Ну давайте играть на вещи, предложил лисенок. Медвежонок снял себе последние штанишки. Кролик снял подаренную маму бутейку и сказал: товарищи, давайте не будем жулить. А медвежонок: да, а кто будет жулить, будем бить по морде. По нарной рыжей морде. Так вот я предлагаю выпить за то, чтобы в этой молодой семье никто не жулил. Вау! Да, у нас и рыжих тоже вроде нет. Красивая семья, красивая, ребята. Да. Лишь в волосах на память серебро, и папа с мамами всем дарят беззаветно и доброту свою, и ласку, и тепло. Затем, у кого дочь невеста,
тех, у кого сын женат, мы вводим сейчас бокалы за пап и мам молодых. Хорошие слова. Да, да, папа, вставайте. Это сок, пожалуйста. Горько! 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 Чуть попозже. Один раз я его как-нибудь. Это хорошо, это надо, это чтобы вы все были довольны. Нормально, что все было. Один раз я вам спасибо. Чуть попозже. Сейчас же начинается. За это и пью. Спасибо. Олега! Молодец. Я могу сказать вам. Спасибо за приглашение, точка. Поздравляю всем свадьбу за Китай. Приехать. Небо под ногами, лучше, как летает все, летит все.
красивый.